Всем привет! Сегодня снова на Волге. Вчера были на Лысой горе, Нижегородская область. Заехали через Воротынец. Рыба есть, но ловить вообще не дают. Просто не дают. Первый раз рыбу нашли. Успел выхватить 3 густерки. И махом обурили. Короче, рыба ушла. Потом тоже ходишь, смотришь, там и холотом. За тобой просто сидят и наблюдают. Где сядешь, туда и побежали. В общем, впечатления остались довольно-таки очень плохие. В толпе рыбачить я не люблю. Сегодня забрался в острова, Волжские острова, это Сюктерка. Сама Сюктерка, то есть оттуда я пришел. Ну, за островом здесь Сюктерка. Оттуда я пришел, и вот тоже народ есть, ходит, бродит тоже. Там ребята есть, там, он в аквариуме, там, перед аквариумом несколько человек сидит. Тоже туда-сюда бегает. Ну, окуни ловит. В основном сюда ходит поблеснить. Белые рыбы здесь как бы весной есть. Но надо тоже искать, смотреть. Кто места знает, тот ловит. Вот. И сейчас тоже побурился немножко. Вроде рыбу нашел. Тут ямка небольшая. Сейчас покажу движуху. Движуха. Здесь чертиком погонял, без мотылку тоже погонял, что-то не хочет. Мотыля так подсадил, на всякий случай, вчерашний остался, там горсточку подсадил, стоит пока. Ну так, чисто по приколу. Рыба просто тьма, двигается в мою сторону. Вот он, ходил там в стороне. Поклевочка была. Уже более крупная рыбка подходит. Сперва мелочь была, сейчас может движуха пойдет, посмотрим. Сейчас немножко прикормки сыпану, такая вот зеленого цвета, глубина 3,40, посмотрим, здесь тяги нету, здесь когда-то пеньки стояли, и может быть сорожка подойдет. Вот, сейчас пока. Вот, лунку пока закормил, сейчас попробую здесь побуриться, здесь протока, там домики стоят. Вот здесь протока, подо мной 3,40, и сейчас поперек еще луночки сделаю. Тут свал такой небольшой, свальчик идет, попробую ловить, и потом, наверное, туда уйду, там заросли камышовые в те края, где раньше лазили тоже, там окунь, сорожка, может быть, будет. Вот как-то так. Thank you.
Вот такая движуха, где течение есть, там всегда показывают кучу рыбы. Вот я там сейчас по той стороне протоки лазил тоже, тоже кучу рыбы показывает. Первая рыбка, первая поклевка. Что-то было, сошло. Ну, скорее всего, окунек маленький. Ворона сидит, жрать просит. Вот опять крупная рыба пошла. Ветер поднимается. Вот и понизу рыба идет, и поверху идет. Сейчас попробуем и так, и так. Добрался я все-таки до аквариума, обошел. Сперва зашел в острова, пошел туда вниз, островок там проверил, протоку. Поклевок нет, вымочил одного маленького окушка такого. Там еще полазил, там пеньки раньше были. И пеньки, походу, все это льдом утащило. Вот в этих пеньках периодически сорожка была. Вот, до аквариума дошел, сейчас походил тоже там. Вначале походил, мужичок сидит, ёршиков на мотыля ловит. И здесь посередине аквариум, глубина 3,50. Место разбойное такое, лунки сейчас закормил тоже. И уже посижу здесь, подожду. Сегодня беда тоже какая-то по рыбе. Одного деда встретил, поговорили, посидели. Окунька поймал с утра, блеснул. Там еще один потом дед подошел, тоже, говорит, два куска поймал, все, больше нету, говорит, ничего. Вот, какая-то такая печаль, вроде и погода хорошая. Ну, может быть, конечно, вот сейчас весна, у нас по утрам туманы, то есть к вечеру начинает морозить, ночь мороз стоит легкий, с утра тоже холодно, а вот днем уже солнце светит и... Видимо, может, перепады давления сказываются тоже. И рыбу колбасит. Мелочь пошла какая-то по дну. Пока не хочет. Сейчас такая маленькая сорочка попалась. Ну, глубина 1,50 м. Вот, клюет. Одну поймал, вторую поймал. Ну, в общем, 4 штуки я поймал. Отпустил, ну, сколько здесь, 18 сантиметров, неинтересно так выловить. Все, пускай плывет, растет. Пойду дальше бороздить острова, время еще есть. Сейчас закормлю еще тоже пару луночек. Здесь какая-то движуха есть, я вон одну сорожку поймал. И рядом еще перебурился. Может, и подойдет. Что быстрее на дно ушло все.
бьет. Не хочет, видимо, единичный был, наверное. Сейчас тут лунок полно разбуренных. Покружусь. Опять на дно. Кунёк. Сука. С икрой, наверное, такой это пузатый. Тем более отпустим, пускай пузатик. Все, ушел. Что, пора, наверное, собираться домой. По рыбе сегодня немножко печально. Сходил туда, туда, туда и туда. И вернулся сюда. Вот так. Походил без мотылки, отдохнул. Все хорошо, свежим воздухом подышал. Вот у меня уже будильник пищит, пора на автобус двигаться. Вот, свежим воздухом подышал, лед побурил, лед хороший, в островах местами есть вода, это касаемо тех мест, где есть протоки, там немножко выступает вода. Вот, а так в основном лед 74 сантиметра, то есть полный шнек и местами еще и побольше. Лед хороший, бурить можно. Хорошо, сухой, кроме проток. Вот. Ну, с кем разговаривал сегодня, тоже особо такого клёвого бешеного нет. У кого-то два окунька, у кого-то три окунька, у кого-то четыре. Поговорил с утра с дедом тоже. Вот, говорит, у него друг вчера рыбачил. Тоже сорожки немножко наловил. Ну, возможно, сорожка рыба такая, что хочу клюю, хочу не клюю. Как и карась. Сейчас он клюет, а через 2 минуты не клюет. Ну, в общем, как-то вот так вот. Ладно, это не рыба, это рыба, это не критично.
точка сейчас в островах, и до берега у нас здесь где-то примерно километра 3-3,5, не помню. Вот это вот пляж, солнечный берег, кораблик там стоит, и вот мне надо сейчас двинуться в те края. Вон, дорога наверх идет.